Третья музыкальная академия городов Росатома под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит с 23 по 28 ноября. Мастер-классы академии пройдут сразу в 11 городах атомной промышленности, а в роли наставников – педагоги ведущих учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. Мастер-классы проходят в рамках программы «Территория культуры Росатома», организованных русским концертным агентством в рамках федерального проекта «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» и также при поддержке фонда президентских грантов. В Десногорске мероприятие прошло в детской музыкальной школе имени Глинки 25 и 26 ноября. Преподаватель Надежда Дмитриенко, лауреат международных и всероссийских конкурсов среди исполнителей на народных инструментах. Она показала юным музыкантам тонкости игры на домре. Для 10 участников мастер-класса советы опытного наставника помогли заново открыть вроде бы уже знакомый музыкальный инструмент. Всего же в атомных городах приглашенные педагоги поделятся опытом и секретами мастерства сразу по 10 направлениям. Скрипка, флейта, фортепиано, гитара, балалайка, домра, баян, аккордеон, кларнет и саксофон. Мероприятия призваны сохранить навыки игры на классических музыкальных инструментах и вдохновить юных музыкантов на дальнейшее творчество. Я считаю, что у инструментов есть будущее. Я вижу огромное количество молодых ребят и юных детей совсем маленьких, которые с удовольствием играют на них. К этому идет сердечная привязанность и тяга, без которой уже просто не можешь дальше жить. Из-за сложной эпидемиологической обстановки впервые мастер-классы будут транслироваться в интернете. Запись выступлений можно будет посмотреть на сайте программы «Территория культуры Росатома».